Пане Романе, перед тим, як перейти до оперативки, хотів би розпочати з призначення Володимира Зеленського. Він обіцяв, що перезавантажить верхівку Збройних сил України, і він призначив. Павлюк очолив сухопутні війська замість Сирського, сирський головнокомандувач, от звісно. Також відомо, що посаду отримав Ігор Скіб'юк, десантно-штурмові війська. Але до чого я веду? Суть в тому, що є два питання, мені здається, які варто обговорити. Це те, що Зеленський звільнив Наєва, командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, Сергія Наєва. Що цікаво, Наєв повідомив, що він дізнався про це лише з засобів масової інформації. Тобто топ-посада дізнається про звільнення з засобів масової інформації. І також призначення Ігора Плахути керівником, власне, тероборони. І в шлейф в цього Ігора Плахути є дуже неприємний ще з часів Майдану. Давайте про це по черзі. На выходных уволили для того, чтобы меньше было в информационном потоке вопросов. Естественно, на выходных и никто не обозначал само увольнение как таковое. Понятно, что информационное пространство слили, подготовить. Для того, чтобы подготовить определенную почву, сейчас понедельник, скорее всего, пойдет распоряжение уже по войскам на увольнение Наева, и не только Наева, там же несколько еще генералов. То есть команда Залужного, она уходит вся. Сейчас бы ее оптимальный вариант сразу переводить в Министерство обороны. Министр обороны Залужный, его замы от Наева того же, в Шапталы до тех генералов боевых, терять такой боевой потенциал ни в коем случае нельзя, потому что люди 10 лет воюют, в динамике понимают все процессы, изнутри все это понимают. Это вот оптимальный вариант, это посмотрите на те же Соединенные Штаты. Министр обороны, это Ллойд Остин, боевой генерал, генштаб, то есть прошел все ступени карьерной лестницы в войсках после того, как уволился в запас, а потом в отставку, гражданский человек уже, естественно, стал, возглавил Министерство обороны. Но это вот правильный ход и правильное действие. Та же самая картина с нашими генералами боевыми. Лучше бы было на такой, чтобы вот вся команда, она зашла в Министерство обороны. Единственное, что Залужному придется уволиться из армии, чтобы стать гражданским человеком. Но это комиссоваться, скорее всего, там по медицине есть эти моменты, он может уйти в запас, может уйти в отставку, становится гражданским человеком и, естественно, со всем бэкграундом Залужного, с доверием к Залужному со всего мира и внутри Украины, и, естественно, снаружи, он вытянет это Министерство обороны, этот старый совковый механизм из того болота, в которое его упустили за последние 30 лет политики. Там же ничего не изменилось, только ухудшилось, когда туда пошли деньги на войну. Естественно, там большие проблемы. Генерал Залужный выполнил бы эту задачу вместе со своей командой. Дальше, опять же, карьерный рост дальше. За министром обороны премьер-министр. То есть так же само можно было двигаться, потому что карьерный рост должен быть внутри системы. Если его нет, система начинает загнивать. Это нельзя ни в коем случае допускать. Потому такого рода движения, если они вот такие, как я говорю, то есть карьерный рост, а не просто сброс, уход в никуда, тогда не будет мотивации идти в армию, просто не будет. Если понимаете, что вы уйдете в никуда там, через какое-то время, то никто туда и не пойдет. Каждый человек хочет видеть у себя примерно несколько десятков лет серьезной стабильной работы. А вот такие примеры, как сейчас, по крайней мере, может быть, я еще пока всего не знаю, но, может быть, сейчас этот карьерный рост увидим по Министерству обороны, по нашему генералу Залужному с его командой, и тогда никаких вопросов нет, тогда все правильно выстраивается, и тогда вот это продвижение по службе и подъем по служебной лестнице тех генералов, полковников, которые мы слышали сейчас в информационном потоке, поднимаются вверх в управление, а тогда он оправдан и целесообразен. Причем к ним вопросов нет. Боевые генералы, боевые полковники, бывшие комбриги, мы уже говорили, 36-я, 58-я, 59-я, 80-я, 93-я бригады, боевые бригады наши, там еще несколько
направлений. Здесь вопросов нет. Идет естественное движение руководящего состава. Вопрос в парашютистах, так называемых. Что такое парашютист? Это когда вам забрасывают в управление структурой людей со стороны, называют, которых вы не знаете или, не дай бог, знаете еще с отрицательной стороны. Вопрос по Павлюку, очень большой вопрос по Павлюку, потому что он уже становится сейчас парашютистом. Он уже был в Министерстве обороны, по уши в этом навозе Министерства обороны, был там замом при том же этом Лёше «Золотые яйца», я уже забыл его фамилию, при Умерове. То есть это человек, который уже полностью погрузился в эту поздную кашу Министерства обороны, его сбрасывают как раз под... Он, скорее всего, принимал такое непосредственное участие в разработке мобилизационного закона, который не приняло общество, антиконституционного, вот перед Новым годом, который Умеров подал, он его зам. То есть и здесь же под этот закон, скорее всего, его сбросили, это парашютист, так называется, почему, его сбросили с Министерства обороны на сухопутные войска. Хочу ошибаться, но это надо посмотреть за действиями, посмотреть за движением закона, но, скорее всего, его усаживают на потоки тех миллиардов долларов, которые сейчас пытаются с этого закона снять законодатели, так называют. Если они просунут этот закон, то там действительно и по второму, по третьему, по четвертому кругу будут выжимать из людей деньги за выезд из концлагеря. Этот закон уже конкретно закроет все и вся, создаст в Украине концлагерь, за выезд из которого, естественно, придется платить. Плата очень большая, в районе 10 тысяч долларов, а это значит, это уже миллиардные суммы, то есть, естественно, миллиарды долларов, я имею в виду. Потому, скорее всего, это именно так. Надо будет сейчас обратить такое жесточайшее внимание общественности, журналистов, ДБР, всех контролирующих органов за перераспределением вот этих потоков. Скорее всего, они будут. Потому если это так, если то, что я сейчас нарисовал, ну, как аналитик я просто вижу, для чего это может делаться. Если будут какие-то подтверждения, то надо будет срочно принимать меры. Не только нам, надо принимать меры, будут нашим партнерам. Потому что, ну, это демотивирует, полностью развалит мобилизацию как таковую. А без мотивации, без отбора профпригодных армии просто не будет. Потому здесь большой вопрос есть. Это надо, кстати, генералу Сырскому тоже этот вопрос задать. Он его презентовал, по крайней мере, как своего ставленника. Ну, в информационном потоке эта информация прошла уже, что именно генерал Сырский просил на его место поставить не его замов, что, естественно, было бы, если бы один из замов Сырского возглавил сухопутные войска, это понятно. То есть идет карьерный рост, и замы... А вот теперь сейчас замы Сырского сидят и думают, ну и зачем нам это было надо? А шефа толкали наверх, а сами остались там, где и были до этого там года. То есть вот это и есть карьерный рост. Это эти парашютисты, никто никогда парашютистов не приветствует. Павлюка так же в сухопутных войсках в этом смысле не поприветствует. Но по Павлюку хоть за ним бэкграунд серьезного воина. То есть он воевал с 2014 года, выполнял боевые задачи, хорошо себя показал и под Киевом, и Волновахе, Мариуполь. То есть, в принципе, это он на два года успел замараться в Министерстве обороны и в киевской администрации. Но, тем не менее, боевой генерал. Ну, а вот вопрос по Плахуте вообще такой... Ну, резко негативных, то есть такого парашютиста на ТРО, ну, нельзя было близко подпускать к войскам. Этот бэкграунд, еще раз повторюсь, такого уровня, особенно с Майдана, мы просто помним хорошо, мы уже 2 декабря 2013 года, Донецкая организация «Воля», вот я был одним из руководителей, это афганская организация, мы уже были на Майдане, так вот как раз встретились с этими плахутами там, долго бодались, знаете, к чему это привело. И вот его сейчас бросают на ТРО. Непонятно, где он болтался все эти 10 лет. Его ставят командующим территориальной обороной. Здесь очень большие вопросы к тем людям, кто вообще
генерировал это назначение. И вообще, как он не вольется в коллектив. Сейчас это будут такие серьезные проблемы, скорее всего, связанные, опять же, с воссозданием, потому что он руководил в свое время тогда Нацгвардией, с воссозданием всех этих антимайдановских механизмов и силовых органов. Целый силовой орган в вооруженных силах Украины руководит, вернее, сейчас поставлен руководить человек, который был причастен к майдановским событиям с негативной стороны. Потому здесь есть вопрос назначения. Вот сейчас он только начал появляться. Я когда-то говорил, надо посмотреть, чему это все приведет, то есть вот это движение. Команда Залужного ушла в никуда, по крайней мере, пока не видим назначения этой команды Министерства обороны. Это ладно, Залужный, ему надо стать гражданским человеком, то есть уволиться из армии, а его замы военные не могут в Министерство обороны заходить сразу сходу, ну то есть чуть ли не завтра. И потому этих всех движений не видно, потому со власть, сейчас к власти есть уже вопросы как раз по этому изменению, тем более на линии фронта, ну мягко скажем так, неспокойно, это я пока мягко скажу. Пане Романе, і по оперативці, зараз передаємося достатньо інформації, знову ж таки була атака шахедами в бік України. І не лише шахедами, окупанти використовували також і ракети класу Х. Сьогодні 17 шахедів влетіло, 14 збили, Х-59 одна йшла, теж її збили. Але, тим не менше, шахеди пройшли. Большая біда в Павлограді була, тобто вони, навіть 3 шахеди, они попали в инфраструктурный объект и довольно-таки проблематично. Потому надо, конечно, доводить до 100% уничтожения шахедов и лучше за пределами населенных пунктов. Но мы уже говорили вчера с вами по поводу штурмовиков с приборами ночного видения, ну то есть с прицелами тепловизионными, это очень важно. То есть прибор прибором, а надо еще прицелиться. То есть значит надо прицелы, это да, должен быть прицел, уже интегрированный в систему боевого управления стрельбой в самого самолета или штурмовика. Потому здесь целый процесс, почему и один из вариантов это вот Супер Тукана бразильская Embraer производства. Довольно-таки хорошая машина. Надо опять вспоминать забытую тему. Мы ее забросили. Она в 2019 году она была, и была готовность заключать договора с этой бразильской фирмой. Вот 5 лет мы эту тему просто похоронили. Надо опять ее возобновлять и двигаться по этому направлению. Тогда эти штурмовики, они будут уничтожать шахеды на заходе в Украину, даже, может быть, за пределами Украины. И это тоже возможно. Потому до того, как они зайдут в Украину, это легкий самолет, легкомоторный самолет с хорошей скоростью, с хорошей боевой нагрузкой. А вот то, что россияне пытались, опять же, добраться до энергообъектов, до объектов инфраструктуры, это говорит о том, что они опять начинают эту волну при подготовке к блэкауту Украины. Уже это, конечно, не удастся, но, тем не менее, видно уже вот по последней атаке, видны, что направление именно по этим объектам. У нас почему-то перестали летать беспилотники. Давно не слышали о горящих российских нефтеперерабатывающих заводах и уничтожении. Ни на Москву не двигаемся, ни на Новороссийск. То есть вообще эту тему похоронили. Причем похоронили ее как раз с движением по смене команды в вооруженных силах Украины. Пане Романе, також є інформація від повітряних сил України, речник цих сил Юрій Ігнат прокоментував інфраструктуру для F-16. Він сказав, що літаки F-16 вже можна було б розмістити на території України. І він нагадав те, що ви розповідали свого часу, що в 2012-2018 також в руках F-15 вона вже приземлялися. Тобто і каже, що робота по обладнанню інфраструктури досі триває, але загалом я так розумію, що ми вже можемо приймати ці літаки. В 12-м, по-моему, под Евровидение, в 16-й в Миргороде садились, в 18-м чистое небо, в 2018 это были учения воздушные, садились на Староконстантиновских базах, летали F-15, тогда летчики
американские летали на наших самолетах, наши летали на американских самолетах. Разбился мой друг вместе с американским летчиком. Закрыли тогда эти учения, но тем не менее в 2018 году пара F-15 была на наших аэродромах, не на одном, на нескольких. То есть, в принципе, у нас готовность по аэродромам есть, причем не по двум, естественно, никто на них держать ничего не будет. У нас несколько десятков аэродромов готовы к принятию F-16 как минимум в режиме оперативных аэродромов, потому проблем с аэродромами абсолютно никаких нет. Есть вопросы, может быть, связанные с безопасностью, авиационной безопасностью, может быть, с переброской техники или неготовностью инженерно-технического состава к принятию самолетов. Принять самолет – это одно, обслуживать – это другое. То есть две разные разницы. Есть определенные регламентные работы и расписанные моменты по эксплуатации, обслуживанию самолетов. Мы к ним еще, скорее всего, не готовы, но, повторюсь, наверное, из-за неготовности инженерно-технического состава. А как только будет полная готовность ИТС и летного состава, я думаю, мы получим F-16. Вопрос, правда, в передаче. Почему? Потому что вот сейчас видно все это затягивание, мы уже говорили с вами тоже на эту тему, затягивание принятия финансирования, передачи дальних средств поражения, серьезных партий вооружений. Видно, наши партнеры затягивают все эти вопросы до выборов Путина, то есть до перевыборов, до 17 марта, но по своим каким-то геополитическим моментам, скорее всего, пытаясь или по договорникам с путинскими структурами, либо пытаясь как-то не эскалировать до выборов, по крайней мере, для того, потому что осенью выборы у тех же американцев, в течение года выборы в Европе, то есть вот такой ченч, который для нас, между ними, который для нас очень сильно бьет, у нас каждый день мы теряем жизни наших ребят, теряем нашу территорию только из-за того, что наши партнеры предоставляют такой лайтовый режим для выборов Путина. Это проблема. Проблема большая. Нам с этой проблемой еще месяца полтора как минимум бороться. Пане Романе, і по фронту давайте поговоримо. Що відомо наступне? По Авдіївському напрямку ситуація вкрай непроста. Ворог має певні успіхи як з півночі біля Авдіївського коксохімічного. Вже тривають бої вуличні. Давайте глянемо по вулицях, аби було достеменно відомо. Ось є вулиці, такі як Донецька, такі вулиці як Чистякова, частково зайняті вже окупантами. Піонерська. Але що варто відзначити, от буквально з'явилася інформація від Forbes, що Генштаб вирішив кинути в Авдіївку одну з елітних і одну з найсильніших бригад наших. Це є третя штурмова, яка трощила ворога в Бахмуті і на півдні Бахмута. Серйозна бригада, руководить доволі-таки успішний командир. Тройка, мы несколько раз ее ставили в пример, они правильно подобрали всю систему комплектации своих подразделений. Они первыми запустили рекрутинговый центр внутри бригады. Вот то, что я говорю последние, как минимум, наверное, год-полтора, это то, что надо делать именно в самой бригаде. То есть рекрутинговый центр должен быть не при Министерстве обороны, не при ТЦК, потому что ТЦК должны заниматься только силовиками Министерства внутренних дел, вообще силовыми структурами правоохранительными, призывать в армию и запустить такое движение между силовиками, армией и обратно. То есть силовые структуры обратно возвращать уже участников боевых действий. Это работа ТЦК. А вот рекрутинговые центры должны быть именно при бригадах, вот как это в тройке. У них сейчас полностью забит штат, и еще люди стоят, причем профпригодные, мотивированные, профпригодный личный состав в очереди стоит для того, чтобы попасть в тройку. Если тройку туда заведут, то, в принципе, выровняем, но только, опять же, сама тройка. Сама тройка без достаточного количества боеприпасов ничего не сделает. И одна бригада тоже ничего не сделает. Там надо как минимум около трех бригад и принимать решение уже по определенным действиям по отсечению Северной Клешни. Мы уже тоже говорили, где-то в направлении от Константиновки вдоль дороги на Авдеевку
надо отсекать Северную Клешню, потому что просто загнать внутрь, то есть в Авдеевку бригаду, ну, это не решить вопрос, это удержать, как-то удержать время, допустим, ну, пусть месяц-полтора, да, действительно, удержать время до перевыборов путинских, но это не решает глобальный вопрос. Глобальный вопрос решает вот именно отсечение Северной Клешни, вот это, правильно, вот вы сейчас хорошо показали, по этому направлению, отсечение и возврат на рубеж обороны, который был как раз вдоль этой трассы Константиновка-Авдеевка. Мы удерживали где-то россиян примерно около 8, наверное, 8-9 лет удерживали. То есть там есть довольно-таки неплохая возможность их удержать. Как раз и проблема Авдеевки началась тогда, когда россияне перешли через эту трассу, зашли в Красногоровку, и дальше у нас уже фронт начал просаживаться фронт, там до обсыпания фронта еще далеко. Просаживаться фронт по этому направлению, создав проблему самой Авдеевки. Потому здесь вот такой двоякий подход нужен. Одно дело усилить Авдеевский гарнизон, ротировать обязательно хлопцев, надо вывести тех, которые сейчас в Авдеевке стоят, заменив их свежими силами. Ну а вопрос о решении самой проблемы Авдеевки, отсечения Северной Клешни российской, надо однозначно не забывать и готовить эту операцию. Пане Романе, і також по діяннях окупанта в цьому напрямку. В Донецькій області окупанти зібрали якийсь от цар-поїзд. Довжина його 30 кілометрів, в ньому налічується 2100 вагонів. І він, логістика його, от бачимо, від залізничної станції в Оленівці і аж до Волновахи. Що це, для чого це і наскільки це продумано і потрібно? Эта ветка не используется россиянами, то есть она мертвая в этом смысле. Они туда загнали где-то около 40 составов. Состав где-то 50 вагонов, вот 40 составов в районе 2000 вагонов. И перекрыли направление. Одна из попыток как-то создать линию Суровикина с помощью еще и вагонов в том числе. Скорее всего, закончились у них пирамидки. У них очень сильная, мощная система, вернее, линия обороны отрыта между Донецком, Волновахой и Мариуполем. Именно вдоль этой трассы, там трасса Донецк, Волноваха, Мариуполь, вдоль этой трассы отрыта линия укрепления уровня линии Суровикина. То есть у россиян один из вариантов – это уйти с Запорожщины, с Запорожского и Херсонского направлений. Прекрасно понимают, придут самолеты. Мы их продавим, по крайней мере. Вот один из вариантов остановить фронт у россиян, именно вот этот вариант западнее Мариуполя, то есть оставить Мариуполь в оккупированной зоне. И, естественно, не усиляют это направление. Тем более понимая, что одно из наших таких стратегических действий в этом районе – это выход из-под Угледара. Кстати, как раз на Еленовку, чуть южнее Еленовки, в сторону Тельманова и дальше на Новоазовск, то есть это с отсечением Мариуполя от России. Это оптимальный вариант, то есть пересечь трассу сухопутную Ростов-Мариуполь и дальше на Мелитополь, на Бердянск. Это как раз в районе Новоазовска, а туда выйти из-под Угледара, чуть южнее Еленовки, между Еленовкой и Волновахой. Вот они поставили туда еще и поезд. Довольно-таки перспективное направление по высотам, по движению вдоль Кальмиуса. Там трасса хорошая есть, Донецк на Новоазовск. То есть хороший район для движения наших войск. Это было, скорее всего, один из, по крайней мере, наших стратегических планов по отсечению, пересечению сухопутного коридора. Ну і по наших союзниках, згадаємо, пане Романе, Орбан, знову ж таки, прем'єр-міністр Угорщини, не припиняє видавати одіозні заяви. Він сказав, що Україна повинна бути буферною зоною між Європейським Союзом, НАТО і Росією. Ну, это он тогда собирается нам Кольский полуостров отдать. Нам придется тогда украинские территории как раз туда. Питер это можно, потому что это ж между Финляндией и Россией, там должна быть Украина, это по логике Орбана, и между странами Балтии и России должна быть Украина. И Беларусь должна быть тогда Украиной, ну, насколько я это понимаю. Как Орбан говорит, он же одно слово говорит, а дальше не думает. Это, кстати, российские
восприятие действительности, проблема выстроить определенную причинно-следственную связь и логическую цепочку. То есть вот его заявление прямо указывает на то, что нам надо под Орбана подстроиться, то есть освободить Беларусь, сделать ее Украиной, ну и дальше дотянуться до Мурманска, то есть по полосу украинской территории, для того, чтобы отсечь, вот стать вот такой буферной зоной между НАТО и Россией. Ну, что сказать, недалекий человек, ну, россиянин, скорее всего, видать, вот эти корни ханты-мансийские, уральские, зауральские у него так внутри глубоко сидят и не дают его мозгу развиваться в европейском, в европейской парадигме. Пан Роман, також попередньому планували, що в районі 13 лютого, десь в цих числах, мав відвідати Україну президент Франції Еммануель Макрон. І він навіть анонсував цю зустріч з Володимиром Зеленським. І до цього приурочував передання нам цезарів самохідних установок. Але зараз в ЗМІ Франції всі повідомляють, що скасував візит Макрон в якихось цілях безпеки. Дело в том, что безопасность – это должна быть одной из первых причин, допустим, или отказа, или вообще непланирования разных действий. Особенно первых лиц государства. Что такое президент или, допустим, верховный главнокомандующий? Это не только лицо, это определенный функционал. И, допустим, а функционал – это некоторые моменты, связанные в том числе и с принятием ядерных решений, то есть по применению того же ядерного оружия. Почему? А Франция, у Франции, Европе – это одна из двух стран, у которых есть свое ядерное оружие. Это Франция и Великобритания. Это еще у пяти стран, у Турции, Италии, Германии, Дании и Нидерланд, по-моему, или Бельгии и Нидерланд, есть американское ядерное оружие. Но вот у Макрона, ну, грубо, ядерная кнопка у него есть. И этот функционал, и этот в том числе функционал президента, верховного главнокомандующего Франции, однозначно он должен быть в такой серьезной системе обороны. Если есть какие-то условия прорыва этой обороны, однозначно надо отменять поездки, потому если это причина, то она весомая. Это та же самая картина, как мы несколько раз говорили по поездкам верховного главнокомандующего Украины на линию фронта. Нельзя этого делать, у него функционал, то есть картинки картинками, поднятие боевого духа – это одно, а другое дело – опасность, то есть безопасность именно как раз функционала человека, который на котором висит очень много решений, которые он может принимать, только он может принимать в определенной остановке и быстро принимать. Иногда это нужно делать. Потому такие поездки и, допустим, по пресечению этого режима безопасности лучше его не делать. Вот если безопасность Макрона приняла решение не выпускать его или не впускать его в Украину, то так оно и должно быть. Пане Романе, ось щойно стало відомо, що на території Росії, це Ставропольський край, нагадаю, це недалеко від Краснодара, Керчі, загоряння військової частини. Кажуть, що згорів повністю керівний штаб. Офіційно повідомляють, начебто немає постраждалих, але ми розуміємо логіку і логістику, розуміємо напрямок, і що це невідомо, хто підпалив, але яка мета причина загорання, але це лише на руку Україні. А сейчас все, что будет гореть в России военного, это на руку Украины. Любой военный объект, который будет выводиться из строя, он однозначно будет, само действие будет помогать нашим вооруженным силам выполнять боевую задачу. Это так называемые синергетические эффекты, потому у нас очень много сейчас друзей по республикам, по национальным кластерам, которые в свое время поработила Российская империя, и они нам помогают. И в направлении на Кавказ, ну уж точно, потому что кавказцы нам помогают. Помогают себе, в первую очередь, им надо избавиться от гнета Российской империи. И помогают, естественно, нам вот так вот опосредственно. Этот синергетический эффект, эффект накопления этих ошибок в российской военной машине, он, в конце концов, даст определенный уже положительный момент для наших войск. Пан Роман, хотів би згадати і кордон з Польщею, тому що знову блокують поляки, фермери, їхня
прополітична частина фермерів. Не всі фермери, знову ж таки, не хочу об'єднувати всіх поляків фермерів, тому що там є частина проросійська, яка належить до федерації, яка проплачується росіянами, і вони роблять зараз кричущі речі. Тобто ви можете собі блокувати, ви блокуєте, відстоюючи якісь незрозумілі питання, але зараз то вони засипають все землею, шинами, і найкричущіше, вони просто починають зривати замки з машин з нашим зерном і зерно висипати на дорогу. Это вот пресечение россиянами Европы. Несколько лет, а то и больше десятка лет российские агенты заполонили Европу. Эта миграционная политика европейская, но она дала сбой в этом смысле. То есть они запустили к себе на агента влияния и, получая, естественно, они сейчас пытаются всеми силами как-то помешать на развитию нашей экономики. Через, в том числе и через некоторые группы и на польском, и на других европейских кордонах. Это, у нас это понимание есть. Понятно, это не поляки. Поляки вместе с нами, народ Польши вместе с нами борется с российской армией. Это без вопросов. То есть большое спасибо полякам за это. Ну а вот так, такого рода проявления проявление агрессии против украинской экономики, это же, естественно, на руку россиянам, они пытаются раскачивать эту тему внутри уже Европы. Европейцам надо на это обратить внимание, естественно, один из вариантов, не вариант, а он единственный, депортация россиян из Европы. Депортация, причем всех россиян, согласно европейских законодательств, это все понятно, но тем не менее, надо оставить уже такую задачу. Финны, страны Балтии уже идут по этому вопросу. Украина уже давно понимает, что это такое, потому европейцам надо также становиться на эти рельсы, выдавливать россиян из Европы. Им место за Уралом. Они оттуда выползли из-за Уральских гор на европейскую низменность. Их надо обратно загонять. Сибирь — это их Китай, это китайщина, это их вот тема, потому они просто здесь чужие. Выдавливать, и чем быстрее, тем лучше, потому что за россиянами, вот агентами, а потом приходят уже россияне с оружием, то есть приходит российская армия. Украина — это яркий показатель таких действий, потому пока не решат вопрос европейцы, эти проблемы однозначно будут. Главное, конечно, этот негатив не распространять на нашу, я имею в виду, наш негатив, не розпространять на всіх поляків. Пане Романе, CNN продає, що Росія зуміла завербувати до своїх лав окупаційних орієнтовно 15 тисяч непальців на війну. Вони кажуть, розслідувачі, що про це кажуть і опозиційні сили в Непалі, і повідомляють наступне, чому вдається легко завербувати непальців, тому що Путін же ж підписав закон про спрощення отримання російського паспорта, плюс їм обіцяють орієнтовно 2 тисячі доларів на місяць, а це для непальця просто такі космічні суми, зважаючи на їхній рівень життя, ну і загалом їхній паспорт є одним з найслабших в світі. Ну от посмотрите, как делают наши враги. Ну, в конце концов, иногда у врагов надо тоже учиться, особенно если есть некоторые логичные действия. Мотивация. То есть они мотивации, поднятием мотивационных моментов, к ним даже не пальцы в строй становятся. Ну, то есть, вы представляете, если правильно, грамотно мотивировать европейцев, украинцев в том числе, у нас будет такая же мотивированная армия. Только начинать надо с мотивации, надо понимать. Не с концлагеря, как начала эта власть, которая сейчас строит концлагерь в Украине, а с мотивацией. А потом еще и с мотивированных профпригодных отбирать. Вот так надо подходить к этому вопросу. То есть здесь, в этом смысле, Путину можно 5 баллов поставить за принятие решения. Тот закон, который они хотели принять в России, в конце концов, не приняли мобилизационный и подарили его нам. Павлюку, тому же Умерову, то есть Шмыгалю, кстати, это ж они подавали в Раду. Арахами, он его толкает сейчас, первый толкатель, что-то, скорее всего, на Арахами хочет с этого закона. То есть вот как делают россияне. Враги, однозначно, врагу надо учиться. Ну и в конце концов, ну не принимать от врагу таких подарков в качестве такого мобилизационного закона. Это тоже непонятно, что у нас контрразведка делает. Уже
явно прослеживается российский след по имплементации этого закона об мобилизации. Один в один российский, тот, от которого Путин отказался еще в прошлом году. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю глядачам, сьогодні понеділок, 12 лютого. Обов'язково підписуємось, обов'язково коментуємо, ставимо лайки і ділимось нашим зведенням. Мене звати Ігор Гаврищев. Побачимось в ефірі 24 каналу.